Всем привет! Сегодня готовлю очень простой и вкусный пирог. В чашку отправляю яйца, добавляю сахар. Хорошо все смешиваю, взбивать ничего не надо, просто хорошо все смешать венчиком. Добавляю растопленное сливочное масло, щепоточку соли и опять все хорошо смешиваем. Теперь добавляю молоко комнатной температуры, не с холодильника, ванилин и просеянную муку. Замешиваю тесто, готовится пирог на раз, два, три, но получается он очень вкусный. Теперь мне нужны яблоки, потому что в этот пирог я буду добавлять яблоки. Если вы любите корицу, то добавьте еще и корицу сюда, потому что все пироги с яблоками любят корицу. Нарезаю некрупным кубиком и отправляю к тесту. Хорошо все смешиваю. Духовка у меня уже включена на 180 градусов. Выпекаться такой пирог будет где-то 35-40 минут. Форму я приготовила и застелила пергаментную бумагу. Смазывать бока формы не надо. Все, простой и быстрый пирог готов. У меня прошло ровно 35 минут. Сверху я присыпаю сахарной пудрой, немножко даю остыть ему и буду разрезать и пробовать. Хотя я и так знаю, что этот пирог очень вкусный. Вот такой он получился в середине. И видите, он еще, конечно же, у меня не остыл, потому что я не дала ему остыть. Рецепт я напишу под видео в описании. У меня на этом все. Будем пить чай с вкусным пирогом. А вам всем пока и хорошей выпечки!